Welcome. Это Настя, секретарь Галины Владимировны. А, Настенька, здрасте, я как раз звоню вас поздравить. Нет, это я вам звоню. Евгений Алексеевич, вам удобно говорить? Да-да-да, с вами всегда удобно. Галина Владимировна получила мой... В смысле, факс. Она пришла в восторг. Просила передать слова благодарности. Спасибо. И она вам тоже отправила факс. Ну все, я полетела. Да, счастливо. Кажется, я тоже полетел. Вот вам, девушки, и женский день. Цветку бегонии. Стволу магнолии. Слушай, Жень. Я у тебя штопор позаимствую. Это наш на 23-е пал смертью храбрых. Я сегодня праздничный факс получил от Галины Владимировны. О, хорошо, что напомнил. Я у тебя рулончик факсовой бумаги позаимствую, а то наши барышни все на цветочки порезали. Уволить одного из сотрудников в связи с сокращением штатов. Оформить документы до конца рабочего дня. Вот посоветуй мне, как начальник. Мне что с этим делать? Фигня вопрос. Уволить сотрудника. Ваня, у меня нет сотрудников, у меня гарем. Поздравляю вас 8 марта и дарю вам трудовую книжку. Они за кого меня там принимают, а? Угу. Текила. Вот текилы у нас нет. Нет, если меня довести, я, конечно, могу. Можешь. Да что ты можешь? Ну, я могу заболеть. Смыться отсюда по-быстрому, пока никто не видел. И все, я никакого факса я не получал. Но я же не монстр, в конце концов. Это точно. А что ты паришься? Не знаешь, кого из подчиненных уволить? Увольняй того, кто опоздает. Я кого-того. У меня одни женщины. Да хоть дети. Перед трудовым кодексом все женщины равны. Вовремя надо на работу приходить. Да. Но это не важно. Главное вот что. Лимончика для текилы у тебя нет? Ну, думай. Я так и знала. Я его обожаю. Ой, пришел раньше всех. Цветы, конфеты. Джентльмен. Капуста. Нет, я, конечно, привыкла, что я привлекаю внимание, но сегодня это что-то. Просто аншлаг. Один на эскалаторе голову свернул. Все оглядывался на меня. А двое в вагоне чуть станцию свою не проехали. Такие оба солидные мужчины. Тепленькие. Почему? Абсолютно трезвые. Просто увидели красивую женщину и потеряли контроль над собой. Господи, кошмар. Ну почему самый модный цвет в этом сезоне? Да холодильник у нас опять не работает. Воняет. Думай, что говоришь. Воняет. Это курочка. Свежая, домашняя. Я ее ночью сегодня только запекала. Тамара Васильевна, да что вы ее слушаете? Маша у нас, он мотоцикл, а не женщина. На, понюхай. Окей. Я тогда завтра напялю фартук.
и халат в лебедях, чтобы не выделяться из коллектива. Ну при чем тут халат? Ты бы платьице надела поприличнее. Пальтишко. Глядишь... Ничего страшного, Тамара Васильевна. У нас женский день. Поздравляю. Просто некоторые не в курсе, которые на женщин-то не похожи. Ну, зачем вы так, Аллочка? Машенька же у нас еще ребенок. Сейчас. Мы почти ровесницы. Вышел месяц из тумана, жму ножик из кармана, буду резать, буду бить, все равно тебе водить. Тамара Васильевна, это вам? С праздником! С праздником! О, Аллочка такая красивая сегодня! Цветочки! Все сегодня красивые! Тюльпанчики! Обожаю! А где даритель? Сюрприз готовит! Я прям чувствую! У меня чутье на такие вещи! Угу. Когда мужчина что-то замышляет, чтобы порадовать женщину! Ну, так давайте и мы его порадуем. Пока он прячется, накроем все здесь. Тамара Васильевна, сервируете? Окей. А может, освежимся? Ну, успеем еще. Надо же столы сдвинуть. Маша! Маш! Маш! Ой, здрасте. В Магнолию сходи, пожалуйста. Возьми вазы и все цветы поставь. Есть? Стоять! Вот скажи, пожалуйста, если бы я в таком виде пришла на каток, вот в костюмчике, как это было, а? И чего? Коньки сними на работе. Чего? И поэтому повторю еще раз, запомним друг друга. Да, одну секунду. Так, ребятки, давайте. Все вместе, плотнее. Давайте, давайте. Давайте. Да. Ну что? Празднуешь, везунчик? А ты ждешь, пока временные трудности сами с собой рассосутся. Погоди. Вань, ты сказал ту, которая опоздает. Володь. А они все. Лёва. Без начальника считается недействительной. Владимир. Ты меня слышишь? Здравствуйте. Здрасте. А вы кому? Меня, милая барышня, интересуют экскурсии. А это к ней. А. Здравствуйте. С наступающим. Спасибо. А вы случайно дверью не ошиблись? Районный совет ветеранов в соседнем подъезде. Нет, милая барышня, не ошибся. А. Понимаете, мне нужна экскурсия по Москве. Но не просто... А мы экскурсиями по Москве не занимаемся. Это не наш профиль. Вот если вы хотите в Турцию или в Египет, оформим без проблем. Мне нужна не просто экскурсия, а... Знаете, у меня к вам совет. Вы сейчас поезжайте на Красную площадь, там каждые 20 минут отходят автобусы с туристами. Да, дешево и сердито. Вот вы откуда приехали? Я с Урала, я хочу... А вот вы все подробненько экскурсоводу и расскажете, идите. Даже наши люди научатся уже понимать с первого слова. Ему говорят «нет» русским языком, а он говорит «хочу» и все тут. 100 лет в обед, а туда же. Не, ну, вы видели, как он на меня пялился? Ой, здрасте! Спасибо. Сень, здрасте. Здравствуйте. Евгений Алексеевич, прелесть! Вы так подготовились. Евгений Алексеевич, у нас сейчас все-все-все будет готово.
Так, Варя. Опять. Верочка, иди, я сейчас приеду. В чем проблема? Я же уже сказал, увольняешь ту, которая первая опоздает. Все равно еще не пришла, но никогда не опоздала. Сегодня, как назло, опоздала. Я не знаю, что мне делать, я не хочу ее. Евгений, не спать, никакой проблемы нет. Не хочешь ее увольнять, не увольняй. Главное вот что. Ведерко для льда у тебя нет? Простите, что опоздала? Привет, привет. Зато у меня торт. Низкокалорийный, как вы просили. Молодец. Клубники, как вы любите. Есть. Пропитка без алкоголя. А мне. Прекрасно сочетается с твоим ботинком. Елена, зайдите ко мне. А подарков не видать. Значит, вы покупали торт? Да. А вчера вы его купить не могли? Или в понедельник? Простите, пожалуйста, я не знала, что вам так хотелось торта в понедельник. Хорошая шутка. Но мне сегодня не до смеха. Что случилось, Евгений Алексеевич? Голубева, мне очень нужно, чтобы вы сейчас сосредоточились. Не надо ничего записывать. Я спрашиваю, вы отвечаете. Только очень правильно отвечаете. Сначала хорошенько подумайте, прежде чем чего-нибудь брякнуть. Не волнуйтесь, я не брякну. Спасибо. Почему вы сегодня опоздали? Я ничего не хочу слышать про торт. Так еще раз. Лена, почему вы сегодня опоздали? Потому что я была в посольстве Испании. У нас там визы зависли, понимаете, ужасная проблемная группа. У них были проколы с документами, а вылет уже завтра. Представляете? Опоздали из-за виз. Я что-то сделала не так? Голубева. Вы ангел. Что-нибудь еще? Нет. Голубева, спасибо. Я хотел спросить у вас совет. Слушаю вас. Представьте себе ситуацию. Она с одним моим приятелем случилась. Угу. Он руководит небольшой компанией. Сегодня утром ему пришел приказ от начальства уволить одного из сотрудников. Бедный, накануне праздника. Да, а сотрудники у него замечательные, квалифицированные, один лучше другого. Он не знает, что ему теперь делать, кого уволить. А мне хочется сначала поговорить со своим руководством о причинах такого решения. Мне кажется, ему стоит попытаться отстоять свой замечательный коллектив. Приказ есть приказ. Но мы же не на войне. Хотя ему решать. Что-то еще? Нет. Спасибо. Я ему сейчас же позвоню и передам ему то, что вы сказали. Слово в слово. Спасибо. Голубева. Алло, Настенька, это опять я. В смысле, снова. Я вас узнала. А скажите мне, а если бы кто-нибудь захотел поздравить Галину Владимировну лично? Нам, у нее в кабинете. Сегодня? Да, сегодня. Так у нее сегодня нет места в расписании. Нет места в расписании? Ну, вы же понимаете, какой сегодня день. Ага. Машкин кусочничай. Подожди. Ты осторожней, ты всю красоту испортишь. Без начальника за стол не садимся. А я стоя могу.
Маш, ну ты прям как слон в посудной лавке, честное слово, а? Ну, весь праздник портишь. А что вы носите с этим праздником? Что тут праздновать? Что у вас вторичные половые признаки выросли? Маша, ну что ты говоришь? Бред какой. Раз в год и мужик тарелку помоет, веник подарит, и они счастливы. А то, что все остальное время он на них ездит, это ничего. Праздник, блин. Маш, ты чего? И вообще, тошнит меня от ваших праздников. Я домой пошла. Рабочий день, между прочим. Да? А тогда давайте мы стул для клиентов. В любое время могут прийти. Лена, химчистка за углом. Машка, бегом в аптеку, купи что-нибудь от головной боли. Алла, найдите утюг, с рубашкой сами справимся. Тамара Васильевна, тащите тряпку, лужу надо вытереть. Ну, а я пока фрукты перемою. Извините. Вы меня узнаете? Не узнаю. Чистый лист. Ничего страшного, я вам напомню. Два тура на Маврикий. Моя фамилия. Но вы еще смеялись. Это очень важно. Жизненно важно улететь сегодня. Деньги со мной. Извините, вы в трусах. А это вообще туристическое агентство или что? Да. И директор, мой костюм химчистки, шампанское, пробка. Я все вспомнил. Маврикий, вы мой. Алло? Здрасте. Очень приятно, что вы меня помните. Вы не могли бы мне оказать одну маленькую услугу? Ну, разумеется, на сегодня. Да, на двоих. А, ну, можно у окна. Да. А раньше никак нельзя? Только в 9? В 9 нормально? Да, в 9 нормально. Мы подождем. Ничего страшного. Спасибо вам большое. Если вам понадобятся скидки, звоните в любое время. До свидания. Фух. Значит, мы все-таки улетим. Куда? На Маврикий. Вы же нам билеты заказывали. Я заказал столик в лучшем ресторане. Представляете, накануне 8 марта. А как же Маврикий? Ну, вы могли бы хотя бы улыбнуться? Это наше первое свидание. А у меня последнее. Мы женаты 20 лет. Вчера жена собрала чемодан и сказала, либо мы летим на Маврикий, либо я ухожу. В смысле, она уходит. Понимаете? Либо Маврикий, либо развод. Ой, к сожалению, я вам помочь ничем не могу. У нас, понимаете, мы Маврикием не занимаемся. Египет, Турция, ну, в лучшем случае, Таиланд. Ну, что же вы врете прямо в глаза мне? Ну, что же? Вот же ваша реклама, вот. Вот написано. Маврикий, срочный вылет. Это Магнолия. Это Магнолия. А мы вот. Мы бегония, а Магнолия вниз, направо по коридору. Ты что, мне что, в Магнолию? Ну да. Маша! Там никого нет. Ну правильно. Магнолия? Понимаете, я очень давно хотел ее пригласить, но я ее начальник. Но сегодня я почувствовал между нами какую-то искру. И мне показалось, что сегодня она согласится, понимаете? Значит, согласится. А если нет? Любовь не знает слова «нет». Где Магнолия? А что потом, как вы думаете? Ну, это по-разному там у всех бывает. Вы мне извините, мне нужно на Маврикий. О, здравствуйте. Евгений Алексеевич. Да, Настенька. Ну, я вроде бы нашла окошечко для вас. Вы нашли окошечко в ее расписании, в которое она сможет меня принять? Да. Настя, вы гений. А во сколько? Прямо сейчас. Черт. Алиса, вы поймите, времени вообще нет. А если я новые фото привезу? Тогда успеем?
Хорошо, если вы через 3 часа подвезете, я постараюсь что-то для вас сделать. Всего 3 часа? А чем вам мое старое фото не нравится? Я на нем просто чумово выгляжу. Алиса, я понимаю, что на этом фото вы выглядите просто чумово, но для визы не подходит фотография с пляжа. Я очень постараюсь, но я могу не успеть. Что-то здесь не то. Отличный прикид. Шотландский тренд. Где мой костюм? В химчистке. Мне он уже немедленно. Евгений Алексеевич, не капризничайте. Вы встретитесь с ним через 3 часа, пока одевайте то, что есть. Ну, не тяните. Нам давно пора за стол. Галина Владимировна, вы должны меня понять, вы тоже женщина. Идиот. Что значит тоже? Так. Сначала поздравить, а потом... Поздравляю и протестую. Ну, просто... Дурдом какой-то. А прикольно. Не нравится мне все это. Вот и я говорю. Надо было за окно выставить. Но кто все это теперь есть будет? Извините, милые барышни, я снова вернулся. Что же это такое-то, а? Ну вот как не задался день, так и пошло и поехало. Дедуля, ну я же русским языком вам объяснила, что экскурсиями по Москве мы не занимаемся. Господи, да у нас праздник сегодня или нет? Алла, я сама займусь, вы отдыхайте. Благодарю вас. Вас как зовут? Григорий Семенович, а вас? Меня Елена, можно просто Лена. Очень приятно. Так вот, Леночка, меня интересуют экскурсии по Москве. А, вот послушай, послушай. В 63-м году я был премирован поездкой в Москву, и здесь я познакомился с дивной барышней, которая показала мне город. Те места, по которым мы гуляли, я запомнил на всю жизнь. Это была моя первая любовь. Да. А в экскурсионных маршрутах многих мест нет. Мне нужен человек, который бы повозил меня по этим местам. Я хорошо заплачу. Да, вы поможете мне. Я попробую. Благодарю. Ваня! Вань! Ого! Кто тебя так разодел? Старик, выручай. Нет, я к твоим бабам не пойду. И не надо. Отложи мне свой костюм. А я что, буду уютно ходить? Ни за что. Зачем тебе мой костюм? Я хочу пойти к Галине Владимировне. Я должен сказать, что я против, что я категорически не согласен, что я возражаю. Ну а что, иди так. Выглядишь очень креативненько. Да, только учти, если ты явишься к Галине Владимировне с своими идиотскими протестами, хоть голой, хоть в юбке, хоть в бабочке, увольнения не избежать ни кому-то, а тебе самому. Я просто хочу с ней поговорить. Ты что, с ума сошел? Это же Галина Владимировна. Договорились. Скоро за вами заедет мой знакомый. Его зовут Саша, он отличный экскурсовод. Вы его лучше в кафе на первом этаже подождите, там вам будет удобнее. И вы ничего не должны. Ну? Хорошей вам экскурсии. Спасибо, Леночка. И вам, женишка, желаю. Так где вы говорите это кафе? Давайте я вас провожу. Ага. Спасибо, благодарю. Что мне теперь делать? Что делать? Выполнять приказ. Ты босс или портянка? Ваня, пойми, у меня даже повода нет. Увольняют за что-то. Женя, был бы человек, а повод найдется. Например? Поручи им всем что-нибудь. Кто не справится, того и сольешь. И совесть твоя будет чиста. Слушай, там уже без меня второй тост пошел. Ну, целую. Ваш Евгений Алексеевич. Ой, прошу всех к столу! Наконец-то! Давайте. Вот что я хочу сказать. Тихо, Евгений Алексеевич говорит тост. Послушайте. Так, спасибо. Так, подставляйте бокал. Мы все во внимании, Евгений Алексеевич. Я хочу... Леночка, давай скорее сюда. Евгений Алексеевич нас поздравляет. А мы сделаем фотографию?
Давайте, есть фотоаппарат. Какая гениальная идея. Так, Леночка, давай, снимай. Снимай. Девочки, ко мне. Так, Машка, Маша, давай сюда. Аллочка, становись. Давайте, давайте. Я. Тамара Васильевна, пирожки уберите, пожалуйста, уже. Ой. Скажите, чиз? Чиз. Так, Леночка, молодец. Так, давай, становись к Евгению Алексеевичу поближе. Отлично, смотрим на так, меня. Так, стоп! Здесь я пока начальник. Регина, встаньте ко всем. Давайте тогда мы другую позу, давайте. Пожалуйста. Как-нибудь поярче. Внимание! Праздник никуда не денется. Сначала мы должны закончить работу. Тамара Васильевна, я жду финансовый отчет за текущий месяц. Алла Сергеевна, соберите спецпредложения и разошлите их по базе постоянных клиентов. Лена, застолбите пакеты со скидками по Египту. Маша, проверьте договора с туроператорами. Сроки возобновления мне на стол. Регина, с вас уточненные данные по чартеру. Через 2 часа я вас всех жду у себя в кабинете. Это розыгрыш. Евгений Алексеевич шутит. Евгений Алексеевич совершенно серьезен. Разве это так срочно? Я всю ночь у плиты. И что, теперь все это пропадет? А как же праздник? Чем раньше вы закончите работу, тем быстрее мы начнем праздновать. Время пошло. Может, у нас какая-нибудь проверка? Ну, какая проверка, Лен? Вон все с утра пьют, только мы одни сухие, как стекла. Нет. Я сейчас взорвусь. Ну, женский день у нас или не женский день? Ты что, мы его служанки? Захотела правая нога, и мы что, пошли работать? В такой праздник, в такой святой день. Я свои права знаю! Вы меня хоть убейте. Но я сегодня работать не буду. Алла, вы забываетесь. В такой день никому не позволено эксплуатировать женщин. Или вы извинитесь, Евгений Алексеевич, или я увольняюсь. Вот так. Прекрасно. Жду вашего заявления. Офигеть. Нет, вы это слышали? Это он хочет меня уволить? Алла Сергеевна, это он сгоряча. Да он с утра не с той ноги встал. Да. Прям оскорбление. Пощечина. Нет, я так этого не оставлю. Я буду бороться. Он еще пожалеет. Узурпатор. Сатрап. Монстр. Вот именно. А вы-то еще кто? Я Элеонора. А вы аферистка. Я? Да, вы. И вы, и вы, и вы, и вы. Вы все сговорились тут, честных женщин, в египетское рабство отправляете. Я на вас в суд подам. И всех вас посажу. Пожизненно и поголовно. Вы успокойтесь и объясните, что произошло. Вот она. Продала мне путевку в Египет. Ну? Ну, баранки гну. Что она мне обещала? Арабские мужчины обожают русских женщин. На руках будут носить. Я поехала. Встретила там Бубу. Египетского бизнесмена, короля бензоколонок. Поздравляю. С чем? Он оказался обыкновенным пляжным жиголо. Он меня обманул. Но вы от нас-то что хотите? Как чего? Компенсации за материальный и моральный ущерб. Да кто же вам виноват-то, что вы жиголо, а то магнат отличить не можете? Вы на меня не кричите. Простите, а о какого рода компенсации идет речь? А вы... Дайте мне еще одну путевку бесплатно. Я теперь ученая, не промахнусь. Там такой один импозантный мужчина был. Муда-да. А я, дура, отказала ему. А теперь я понимаю, что он именно тот, кто мне нужен. Дайте мне еще один шанс. Вы знаете, мы подарить вам путевку не можем, а вот продать со скидкой вполне. У нас скоро начинается акция, скидки до 50%. И будет еще очень интересная лотерея. Если повезет, можете получить путевку почти даром. Спасибо, я обязательно приду и на этот раз.
Мне точно повезет. Вот, мы все написали заявление по собственному желанию. Мое там, кстати, тоже есть. Так что кофе не предлагаю. А вдруг он их все подмахнет? Ха, да он уже штаны наложил. Вернее, в юбку. Я думаю, Евгений Алексеевич с честью выйдет из создавшейся идиотской ситуации. Угу. Шелковый выйдет, извинится. Кабинимся немножко. Пойдем. Поспим его. Наконец сядем, как люди, и выпьем. Да, милая женщина. Я долго мучился. Решал, как мне вас уберечь и не обидеть. Теперь вижу, что напрасно. Вы сами прекрасно не дадите себя в обиду. Это уж не сомневайтесь. У меня для вас плохие новости. Сегодня утром поступил приказ от начальства. Поздравить нас всех. Сократить одну ставку. Как это? Не слабо. Это нечестно. Это надо сделать до конца рабочего дня. У вас с другом удивительно похожие проблемы. Ему, видимо, так и не удалось связаться с начальством. Он пытался. Ну вот, в таком виде. Короче, это невозможно. А чью, собственно, ставку? Да. А вот это вы сами решите. Я? Нет, вы все. Сообща. Все вместе, дружно. Сядьте и коллективно решите. А я подпишу. И что теперь? Ну что, надо думать. Кто будет увольняться? Как? Жребий. Чтобы у всех были равные шансы. Почему же равные шансы? Не могут быть у нас равные шансы. Это же Аллочка решила увольняться. Кричала: увольте меня. Вот пусть она и увольняется. Правильно. Вы же сами хотели. Я? Да я не хотела увольняться. Я хотела праздника для всех. А я вот поддерживаю предложение Тамары Васильевны. Давайте бросим жребий. Это по-честному. Испытывать судьбу – это не наш метод. Мы, как ответственные граждане, будем голосовать. Итак, кто за то, чтобы уволилась Аллочка? Я против. Я против. Ну что ж, Аллочка, извини, дорогая, но большинством голосов... Ну, хорошо. Алла, вы все-таки решились, да? Скажите, Женя, я вам нравлюсь? А? А какая связь? Если это коллективное решение, а не мое. Не нравлюсь, я так и думала. А интересно, почему? Я же интересная женщина в расцвете лет, а? Или, может быть, вы того? Вы не из наших? А что за дурацкие шутки? Тогда это потому, что я не ответила вам взаимностью, да? Вы чего несете, Алла? Ну да, я же помню. Вы мне делали предложения, всякие намеки, а я... Не ответила вам взаимностью. Какие намеки, Алла? Побойтесь, да. Бога. Вы, а? У нас разные возрастные категории. Что?
Вы что, хотите сказать, что я старуха? Не-не-не, вы сами сказали, что вы женщина зрелого возраста. Я не делал вам намеков. Вы просто не мой тип, Алла. Значит, не ваш тип. Значит, я вам не нравлюсь. Так, Алла Сергеевна, дайте мне ключ. А вот он. Возьмите сами. Так вы пытаетесь меня соблазнить? Если вы подпишете заявление, то я всю свою жизнь потрачу на то, чтобы испортить вам жизнь. Вашей любимой так машине могут тормоза отказать, или ваша квартира может сгореть. Алла Сергеевна, вы мне угрожаете. Да, а вы уж определитесь. Женя, то я вам угрожаю, то я вас соблазняю. А? Ключ. Да возьмите. В каком смысле? Цвет не понравился. В смысле страсти, Тамара Васильевна? Срам-то какой! Да что вы понимаете в страсти? У вас кроме пирожков ничего в жизни-то и не было. Не было? У меня все было. У меня и сейчас все есть. У меня муж есть. У меня дети и внуки. А у тебя? Освободите стол от своей стряпни. Я все еще здесь работаю. Кого ж тогда уволят? Слышь, ты из Монголии? А, Монголия? Это вам нужно туда, дальше, по коридору. А я тебя где-то видел. В интернете, что ли? Только ты в штанах был. Ты что, из этих? Это маскарадный костюм. А видеть вы меня могли вот там. Я директор турфирмы «Бегония». Ну, так ты мне и нужен. Здоров. Меня Игорян зовут. Женя. Очень приятно. Жека, в общем, такая ситуация. Я должен был поехать в Тунис со Светкой. Но я все-таки думаю, что... Слышь, ты не перебивай. До конца дослушай. Светка меня вчера запалила с Лолой. А мы вообще к вам со Светкой в эту Фуксию ходили. «Бегония». Да какая разница? Ну, вот она меня приревновала там, твои сотрудницы, это такая... сейчас как? Ну, входишь сразу, вот сидит такая в порядке. Светка меня вообще на ровном месте ко всем ревнует. А чем я могу вам помочь? Ну, со Светкой я ехать не могу. Они, у них с Лолой там контры, ты да я, в общем, лучше не вникай. И что? Ну, ты же директор. И? Ну, и отправь эту курочку в отпуск. Какую курочку? Какой отпуск? Ну, эту девочку со мной в Тунис отправь. Ну? Да не волнуйся, я не обижу. Только сделаем так, я ей предложу, она начнет такая сливаться, тыр-тыр-тыр, я не такая, жду трамвая. Потом про работу мутить, я к тебе в кабинет зайду, типа я сейчас разрулю. Потом выйду, оп, все, порешал. Ну, конечно, пришлось поуламывать. Вас как зовут? Игорян. Слышь, ты точно из этих? Вы Лену давно знаете? Какую Лену? А, ее Лена зовут? Лена. Да нет, мы пришли со Светкой путевку оформлять. Она там сидит такая. Ой. Я конкретно сразу взволновался. У нас сегодня было сокращение штатов. Лену пришлось уволить. Ну, ее... Ну, реально проблема. Найдите себе кого-нибудь другого. А у Лены депрессия. Увольнение, сами понимаете. Ну да, мне там сопли не нужны. У меня визитка в машине, я ее наберу на мобилу, мало ли что. Не вариант. Ладно, давай, пока.
Нравится? Море, солнце, песок. Ну, кому же не понравится? А как вам нравится этот мужчина? И вы туда же. Меня не интересует мужчина. Вы хотите сказать, что вы его не узнаете? А, это вы? Рядом с вами... Ой, Регина, простите, я не понял. Я не понял, что у вас с ним отношения. Вот именно. И зовут его Карен. Прекрасно. Я вас поздравляю. Значит, вопрос с моим увольнением решен? А, то есть вы выходите замуж за Карена, и работать вам здесь больше не надо? Когда я выйду замуж за Карена, вам не нужно будет здесь работать. Потому что я буду генеральным директором нашей конторки. Я не понимаю, какая связь между вашим... Крепкая связь. Карен Мурадян, финансовый директор нашего холдинга. Так что не рекомендую вам портить с ним отношения. Ну и со мной, конечно. Испачкались. Что бабуля ходит налево? Так, Маша, ваша бабушка изменяет вашему дедушке? Моя бабушка с моим дедушкой выращивает на даче крыжовник. Я говорю про нашего бухгалтера. Тамара Васильевна изменяет своему мужу. Я здесь при чем? Мне это неинтересно. При чем здесь муж? Я видела, как она чертит графики. Вот вы ее графики чертить просили? Нет. Вот. А вчера ее застукала за подсчетом кирпичей. У нее халтуры полно. Она работает сразу в нескольких местах. С голоду не помрет. Так вы к чему сейчас это? Увольте Тамару Васильевну. А я буду вместо нее. Я, между прочим, бухгалтерские курсы закончила. И у меня в школе по математике пятерка была. Маша, вам в школе про Павлика Морозова ничего не рассказывали? Павлик Морозов. Евгений Алексеевич. Здравствуйте, Тамара Васильевна. Давно не виделись. Евгений Алексеевич, у меня 40 лет стажа. У меня 6 благодарностей и звания ветерана труда. Продолжайте, Тамара Васильевна, я вас слушаю. Если вы меня уволите, я про вашу отчетность молчать не буду. Что это? Это ксерокопия отчетов. Вы мне доверяли и подписывали, не глядя. А вот здесь, между прочим, уклонение самое настоящее. Как это? А вот так. И все так. А иначе как? Откуда зарплата? Так что, если что, извините. Я все это в налоговую снесу. Кто бы мне с утра сказал, что так праздник пройдет, убила бы. Подожди, еще не вечер. Все только начинается. Я, видимо, что-то очень интересное пропустила. Да ничего вы не пропустили. Девочки, но он ведь сам переживает. Не он же это придумал. Мы весь день на нервах. Долго это будет продолжаться? Пора уже что-то решать. Вот ваш костюм. Так, стоп! Все назад на 3 шага. Я сказал на 3. Вот так вот. И запомните эту дистанцию. Если кто-нибудь хоть на лишний сантиметр ко мне приблизится, я уволю. Маша, дайте мне костюм. Ага. Я сейчас вам подойду, а вы меня со своими сантиметрами сразу уволите. Дайте мне костюм. Хорошо, повесьте на вешалку. Спасибо.
Лена, а у вас есть что мне сказать? Египет подтвердил бронь. Бронь. Бронь — это хорошо. Может быть, у вас есть компромат на меня? Или богатый покровитель? Может быть, хотите настучать на кого-нибудь? Это Евгений. А Галина Владимировна уже ушла. Как ушла? То давайте поработаем, то жребий бросим, то защищать его взялась. Умеешь ты начальство ублажить. 2 года с вами работаю, а не знала, что вы такие стервы. Да, Лена, самый добрый, самый искренний человек, которого я знаю. А мы здесь с вами не просто работаем, мы здесь с вами живем, мы не чужие люди. Мы должны помогать друг другу. И кому мы сейчас поможем? После 40 очень трудно найти работу. Да. Машка хоть и молодая, но бестолковая. А я женщина с ребенком, мне работа позарез нужна. А ты, Леночка, в отцвете сил, без семьи и отличный специалист. Да тебя любая фирма с руками оторвет. Вы хотите, чтобы я уволилась? Евгений Алексеевич, пляшите. Мы определились с кандидатурой на вылет. Голубева увольняется. Голубева остается. Это почему еще? Вы сказали, мы решаем. Лена, я вам давал какое-нибудь поручение? Ну да. Вы его выполнили? Да. Вот. Что сделали вы? Что велели, то и делали. Решали, кого уволить. Вы не решали. Вы угрожали и шантажировали. Вы человека загнали в угол. Вообще-то она не против. Да. Я против. Понятно? Я здесь начальник. Я решаю, кого уволить. Опять по новой. Так продукты убирать? Нет. Ух, дайте мне выпить. А то я что-нибудь с собой сделаю. Вы не празднуете? А вы еще не на Маврикии. Какое счастье. Вы меня отправили в Магнолию. Они там компьютер включить не могут. Они празднуют. Извините. А у меня жена уходит. Ну, отправьте меня куда-нибудь, только поскорее. Я думаю, наш коллектив с легкостью решит вашу проблему. Лена? Зачем же Лена? Мы тоже можем. Я вам сейчас такое предложение сделаю. Так, Алла Сергеевна, да. Зайдите ко мне. Так, бутылку поставьте. Зачем? В целях безопасности. Вы у нас дама неуравновешенная. Увольнять будете? Буду. Алла Сергеевна, буду. Штопор есть? Да. Дайте. Дайте, дайте. Нет, дайте, я сам открою. Боитесь, что штопор в горло воткну? Он инклюзив. Шведский стол. 5 раз в день, чего хотите. Поправитесь на 5 килограмм. Мне бы похудеть. Тамара Васильевна, займитесь, пожалуйста, бухгалтерией. Клиентами у нас занимаются другие люди. Если бы эти другие люди работали. А я про Турцию все знаю. У меня там внук отдыхал. Ну все же не так плохо. Не так. А как? А как еще бывает плохо? Вы думаете, у меня такая жизнь веселая? Ничего у меня нет в жизни, кроме работы.
Какой радости в жизни. Ничего. Тамара семья, у Регины ребенок. А у меня пустота. Такая тишина в доме. Хоть вешайся. Ложусь спать и думаю, скорее бы утро. Скорее бы на работу. Скорее бы к людям. Алла. А поклонники ваши? Да какие поклонники в моем возрасте? В гробу все мои поклонники. Дайте, пожалуйста, салфетку. До пенсии недалеко. Только им не говорите. Не гоните, Евгений Алексеевич. Дайте доработать. Вот, Тамарочка, теперь ваша очередь. Тамара Васильевна, вы можете идти хоть в налоговую, хоть к папе Римскому. Мне все равно. Я все решил. Женя, простите меня. Я вам зря сказала про отчетность. Уже нет ничего. Это я... Я от страха, что вы меня уволите. Тамара Васильевна. Простите. Тамара Васильевна, я вас очень уважаю и ценю как человека и как работника. Мы с вами прекрасно ладили. Я вас тоже уважаю. Я вас очень уважаю, Евгений Алексеевич. Вы очень хороший начальник. У меня в жизни такого начальника не было. Тамара Васильевна, но вы единственный пенсионер в коллективе. Вы понимаете? Но я же единственный бухгалтер и кассир. Но вы единственная, у кого есть халтуры на стороне. Халтура? Какая халтура? Я никогда в жизни не халтурила. Ну вот, например, на прошлой неделе вы считали кирпичи. Кирпичи? Какие кирпичи? Ну, квадратные кирпичи. А, так это я для зятя Витьки. Он решил строительством заняться, а смету составить не может. Так, а графики вы... Кому чертили? Тоже зятю? Это я контрольную решала для внука. Только с графиками у меня плохо. Тройку мне поставили. А Пашка так расстроился, даже заболел, простудился. Тамара Васильевна, только не плакать, я вас очень прошу. Что делать? У меня их пятеро на шее. Муж у меня инвалид. Целый день. Телевизором щелкает. Зять – клоун безработный. Пиво выпил и спать. Дочка на сносях. Из холодильника не вылезает. Внук то велосипед, то компьютер просит. А вчера ко мне племянница приехала. Я знаю, что говорю. Вот, посмотрите. Это я. А я где попала отдыхать не буду, уж поверьте. А это кто? Это мужчина, а не достопримечательность. А пирамиды, вы увидите их своими глазами, о, это незабываемо, вот посмотрите. Пирамиды, отстой. Меня тошнит от пирамид.
Машенька, особенности твоего пищеварения клиенту неинтересны. Иди, пожалуйста, работай. Не мешай, а? Я здесь тоже работаю. Кто их всех кормить будет? Я ведь у них единственный мужик в семье. Извините. Машенька, Евгений Алексеевич просит кофе со сливками. Извините, а почему они все плачут? Работать хотят. Войдите. Сливки прокисли. Да я все равно налила, вы же спросили. Но если вам не понравится, я могу вылить. Спасибо, Маша. И сварить новый. Спасибо, Маша. Только кофе закончился, нужно сбегать. Маша, спасибо. Поставьте поднос. Ой, я сейчас вытру. Не нужно ничего вытирать. Подойдите сюда. Маша, идите сюда. Наши красавицы, милые дамы, праздник весенний вас поздравляем. Быть рядом с вами наша отрада. Сегодня срочный вылет. Награды... Маша, у меня к вам просьба. Чай налить? Обещайте, что не будете плакать. Я плакать? Ну и прекрасно. Маша, можно я вас уволю? Вот блин. Вы обещали не плакать. А я не собираюсь. Маша! Маша! Доктора! Тихо, Макаровский. Кто-нибудь, позовите доктора. Тише. Вообще-то я доктор. Прекрасно. Заходите, я стоматолог. Ваши сбылись. Эй! Браво! Этот текст специально для вас написал ваш начальник. Я присоединяюсь к поздравлениям. С праздником! Я обязательно должна с вами сфотографироваться. Ой, конечно. Леночка, возьми фотоаппарат. Да. Ой, я тоже. Я вот умру от зависти. Осторожно. Леночка, я помещаюсь. Спасибо большое, спасибо. О, нет, нет, садитесь. Да. Садитесь, садитесь. Ой, попробуйте моего пирожка. Вас такими, наверное, не кормят. Спасибо. Вы же стоматолог. При чем тут это? Почему вы так уверены? Да тут и врачу мне надо быть, чтобы разобраться в симптомах. Как ваш дамский коллектив такой не разглядел? Они ведь это сразу. От ваших симптомов меня тошнит. Что делаю? Пирожки ем. Да я уже спел. Здесь даже аппаратуры нет. Просто так, акапельно, без музыки пел. Как это где? В турагентстве. Это же турагентство, да? Да. А как называется? Бегония. Бегония. А при чем тут магнолия? Это вниз и по коридору направо. О, все, я его нашла. Пойдемте со мной. Ты снимай, снимай. Простите, с праздником. А, извините. Очень вкусно. Извините, сквозняк. Поздравляю. Ваша Маша беременна. Машка! Да когда ж ты успела-то? На,
надо же было сначала замуж быть. Ну почему же? Очень даже вовремя. Беременных не увольняют. Маш, ребенок, это же так здорово. Регина? Я Регина. Я прекрасно понимаю, зачем вы меня вызвали. Ну что, звонить Карену? Вы что думаете, я специально сделала фотомонтаж, чтобы вас попугать? Нет, Регина, это не ваш стиль. Ну тогда почему вы увольняете меня? А потому что у меня нет другого выхода, я должен кого-то уволить. Но если этот Карен от вас без ума, он может отменить приказ о сокращении. А если ваша с ним дружба дальше пляжа, извините, не распространяется, то никто не помешает мне вас уволить. Ну что? Звонок другу. Я не могу разговаривать, я на совещании. Так у тебя здесь совещание? Детка, ну я решил над тобой подшутить. Скрытная же ты, Регинка. Да. Ты должна нас познакомить. Карен мой жених? Да. Друг. О, за это надо выпить. Ага. А, спасибо. Да. Тебе все нельзя. Так нечестно. Евгений Алексеевич, присоединяйтесь. Карен, я вспотела. Я где тебе сказал сидеть? Это кто? Это моя новая секретарша. А почему ты заставляешь ее ждать на улице? Проходите к нам. Выпейте с нами, все-таки праздник. Ой, нет, спасибо, я от пузырей икаю. А может быть, вы пирожка моего отведаете? Нет, вы что, мне мучного нельзя, я же в купальник не влезу. Ну что, мы летим в Таиланд? Есть горящие туры? Иди посиди в машине. Я вспотела ждать. Шубу сними. Ну я же мне лучше выгляжу. Малыш, я сейчас все тебе объясню. А я все поняла. Таиланд. Два пакета. А Таиланд он где? Посмотрите на глобусе. Детка, я хотел тебе сказать. Какое число? Что? А! На 9-е есть? Самуи, Пхукет. Я не хотел тебя расстраивать перед самым праздником. Угу. И поэтому ты пришел ко мне на работу с ней и устроил шоу. Ну откуда я знал, что ты работаешь именно тут? Сколько в Москве турагентств? Но потом я виноват. Я готов исправиться. Я готов выполнить любое твое желание. Но только одно. Верни мне, пожалуйста, все мои фотографии. Ты знаешь, какие, да? Я нашла. Это Таймыр. А. Идите. Ты удивительная женщина. Спасибо за Таиланд. Главное, чтобы на здоровье. Иди, Каренчик, иди. Что-то мне плохо. Пойду.
Ну, что ты от меня ждешь? Сочувствие? Нет. Конечно, нет. Я хотел спросить. Чего? А нельзя сократить нам зарплату, но никого не увольнять? Можно, конечно. А почему ты меня спрашиваешь? Как, ну, вы же финансовый директор нашего холдинга. Кто сказал? Регина. А, ну понятно. Я финансовый директор строительного рынка. Жирный ублюдок. Потечу. Дыши, дыши глубже. Нет, ну, вы ее видели вообще? Выдрах крашеный. Нашел кого в Таиланд тащить. Ну? Так и вижу ее на пляже, в шубе. Карен, я вся вспотела. Ой, ой, сердце. Спасибо. Под язык и соси. Никогда так не болело сердце. А где наш врач? Алло, Вера. Прости, но мы не летим на Маврикий. Не получается. Ну да. Ты же никчемный человек. Ну, конечно, я никчемный человек. Ну вот и гуляй. Куда гуляй? Да куда хочешь уже, туда и гуляй. Но я без тебя не могу жить, Вера. А мне это не интересно. Домой можешь не приходить. А, да, я знаю, домой могу не приходить. Но не бросай трубку, Вера, послушай. Мы не поздравили твою маму. И это, кстати, тоже твоя вина. Да, но я предлагаю сейчас поехать и поздравить. Сейчас? Прямо сейчас, в Калугу. А что тут такого? Это же не Маврикий. Лена, я хотел вам сказать. А, вот оно как. Минуточку. Ты за кого меня держишь? Я ее уволил. Кого ты уволил? Что, себе ее решил оставить? Что себе позволяете? Все! Я позволяю себе все! Если я решил взять эту девушку в Тунис... Так это вы звонили. Да. Да, это я звонил. Это я, Игорян. Это я нам с тобой путевку оформлял, сейчас с этим клоуном разберусь. А ну-ка вон отсюда! В челюсть или под дых? Что? За что? Вы не приходили в себя. Я не знала, что делать. А это где? Вы отключились, он испугался и убежал. Вы, получается, за мою честь вступились, да? Пытался. Ну, я... Нет, это все равно очень трогательно. Спасибо. Лена. Лена, на самом деле, я вас... позвал для того, чтобы сказать, не перебивайте только меня. Лена, я каждый день шел с радостью на работу, потому что я знал, что я увижу вас. Евгений Алексеевич, не мучайте себя, я согласна. Подождите, вы не знаете, что я хочу вам предложить. Лена, я предлагаю вам пойти со мной сегодня в ресторан, а потом уволиться. Вернее, нет, сначала уволиться, а потом пойти в ресторан. Лена, я запутался, пожалуйста. Сами расставьте, как нужно. Да и нет. На что да и на что нет? Я согласна, чтобы меня уволили. Лена, вы только не переживайте, Евгений Алексеевич. У вас формально даже повод есть. Туристы в Испанию так и не улетели, а это скандал. Значит, второе предложение. Понятно. Я могу идти? Да. Это опять я. Этот старик меня сегодня доконает. Леночка, я к вам. Пришел поблагодарить. Вы подарили мне вторую молодость. Извини, пожалуйста. Сходи.
Извините, а кто здесь из вас Голубева? Это я. А вы понимаете, что вы сорвали нам отпуск? Я немедленно требую наши деньги, или мы будем требовать вашего увольнения. Поздняк метаться. Ее уже уволили. Алис, скажите, а зачем вы проводите отпуск у нас в офисе, а не в Испании? В смысле? Мне показалось, что вы специально сделали все, чтобы эта поездка не состоялась. Что за бред вы несете? Ну, сначала вы тянули с документами, потом теряли справки, а потом и вовсе прислали для визы пляжное фото. Да, и что? Вы же не первый раз едете за границу, должны были знать правила. Алис, прости, а зачем? Чтобы ты не крутил роман с Наташкой? Или ты думаешь, я не поняла, для чего она едет? Алис, ты правда ничего не поняла? Я видела вас в магазине в ювелирном, как вы выбирали колечко. Да? И смеялись еще вместе. Это колечко я купил тебе. Поскольку за нашу совместную жизнь ты не одобрила ни одного моего подарка, я решил обратиться к твоей подруге за помощью. Прости меня, я просто ревнивая идиотка. Может, все-таки можно что-нибудь еще сделать? У меня есть все с собой документы необходимые и вообще все нормальные фотографии. Давайте что-нибудь придумаем. Ну, это же возможно. К сожалению, документы уже не примут. Посольство не работает. Теперь только после праздников. Боюсь, что деньги вам тоже уже не вернут. Билеты выкуплены, гостиница тоже все оплачено. А какое посольство, вы сказали? Испанцы. А, так значит, это за этого вас увольняют? Ну, не переживайте, Леночка. Мой Виталик вам поможет. Простите, а ваш Виталик это... Это мой внук. Он по совместительству работает в визовом отделе. А, то есть... посольство уже не работает. Да нет, это сейчас не принимает документы, а посольство работает. Я позвоню Виталику, и он у вас все примет. Спасибо вам, Григорий Семенович. Да, это вам за все спасибо. Для вас все, что угодно, Леночка. Да, молодые люди, что вы стоите? Ну, идемте. Все, давай. Виталик, слушай, у меня к тебе срочный разговор. Подожди секундочку. Это вам, Леночка. Вот. У меня год как вдовец, и все это время мысль о поездке в Москву не давала мне покоя. Тогда было наше первое с Оленькой свидание. Мы всю ночь напролет прогуляли, разговаривали. Вот. Оленька прожила долгую жизнь со мной. Я надеюсь, счастливой. Спасибо вам. Он, оказывается, вдовец, и еще совсем ничего, и, видимо, при деньгах. Милые мои дамы, я прошу прощения за то, что испортил вам праздник. Это, наверное, несколько поздно, но тем не менее, я прошу принять мой подарок. Анна Сергеевна, это вам. Варвара Васильевна, дорогая. Извините. Лена. Регина. Маша. Заявление об уходе? Не подписанное. И у меня. А кого ж тогда выперли? Я сам выперся. Нехилый подарочек. Девочки, это он сам теперь без работы. Да ладно, мужик нигде не пропадет. А кто же теперь начальник? Назначат какого-нибудь. А он всех своих приведет и всех нас выгонит. Так, надо срочно выпить. Да. Куртик не осталось? Ладно.
надо, девочки. Что-нибудь придумаем. Евгений Алексеевич, подождите. Я хотела вам сказать, что вы поступили как настоящий. Не знаю. Нет, как настоящий мужчина. Куда же вы теперь, а? Главное, чтобы в коллективе женщин не было. Вы сердитесь? Нет, Лена, я устал просто. Нет, я про то, что вы предложили тогда первое или второе. Извините, я просто размечтался. Я вам отказала. Ну да. Потому что я вам не нравлюсь, я понял. Нет, вы мне нравитесь. Ну, вы против отношений с начальником. Просто вы мне это предложили как утешительный приз. Как будто из сострадания. Это унизительно. Вы правы. Я болван. Вообще, да. Были. Но теперь вы наоборот герой. В моих глазах уже дважды. Значит, вы не против? А ужин со мной? Нет. Я за. Да, Настенька? С праздником вас, Иван Ильич. И вас с праздником, да. У вас факс работает? Факс работает, конечно. Получите приказ об увольнении сотрудников. Приказ об увольнении сотрудника выслали? Да-да. Так это вы ошиблись. Это у Евгения в Бегонии приказ. Нет, это я ошиблась офисами. Ага, ошиблись офисами. Ясно. Так и что теперь? Я должен уволить сотрудника? Разумеется. Да нет, я не спорю. В течение сегодняшнего дня. Ясно. Не говорите завтра Галине Владимировне, она меня застрелит.